улицы стали шире или нет, уже. Вот, сделали плиточки, мне нравится. Нравится? Очень красиво стало. Спасибо Сергею Семеновичу за реконструкцию Москвы. Очень хорошо. Да, нравится. Устала, когда просторнее, красивее. Расширилось для пешеходов. По сравнению с 2 годами назад, тут более-менее прилично чисто стало. Ну, скажем, 80% оправдало. Остальное мелкие недоработки. Ну, это везде так. Ну, я могу сказать так, что 5 лет назад за кучу денег сюда клали немного другую плитку. Она была в нормальном состоянии, теперь сюда за кучу денег кладут другую плитку. Я немного не вижу в этом смысла. Аналогично. Если бы вы не сказали, что здесь реконструкция, я бы не заметил, что вот это реконструкция. Но, с другой стороны, в условиях кризиса нашей страны, то, что сейчас тратят кучу денег на эту хрень, это пир среди чумы, скажем так. Ничего не изменилось, просто стало чисто, красиво и по-московски широко. Думаю, все это терпимо. Особенно летом, когда нет такого трафика и нет таких объемов пешеходов. Ну, понимаете, какая-то лысая она стала. Ну, деревьев пока еще нет. Знаете, мы ее помним еще тогда. Да, тогда-то. Пока цвет мостовой стал белый, светлый, красивый. Во-вторых, ну, чувствуется, что расширили, наверное, раза в полтора, я так думаю. Ну и вообще праздничные улицы. Вот я сегодня повысила здесь настроение себе очень здорово. На самом деле, мне кажется, уменьшились лавочки. То, что до этого можно было пройтись и присесть, и дальше продолжить. Вот. Так очень заметных изменений я не заметил. Можно было, мне кажется, оставить и деньги выделить на другое что-то, я считаю.